Эй, мороз, не показывай свой нос, уходи скорее домой, сужу оди собой. Маленькая Ефросинья читает стихи для коллектива нашего телеканала. В благодарность за подарок, который мы сделали в рамках акции «Елка добрых желаний». Девочка мечтала о наборе конструктора Лего. Коробка с игрушкой едва не оказалась больше самой героини. Ну, она уже вот как-то так ей... Такое имя мы ей дали, потому что она родилась 1 февраля. 1 февраля – это день Девы Ефросинии. И в переводе имя Ефросинья означает «веселая». То есть она нас постоянно радует, постоянно радость в нашем доме. Она у нас любит очень читать книги, но пока сама не знает, но стихотворений много. Особенно ей нравится Корней Иванович Чуковский, конечно, это классика детская. Фрося, как ее ласково называет мама, любит также рукоделие и рисование. Нам она показала несколько своих работ. Правда, от внимания быстро устала, и самостоятельная и независимая заявила, что хочет домой. Мне уже холодно. Холодно, ручки. Илья Лопухин, Данил Чиненов, Владислав Будников, служба новостей.